Говорить с тобой как с большим, а то мы все на бегу, куда-то спешим. У тебя сегодня глаза внятные, как будто словил адекват. Посидим, побазарим, хочешь виски с колой, хочешь кофе и шоколад. Дело не в марке сигарет, а в том, что дело твое – табак. И не спрашивай меня, как жить, я сам-то не знаю, как. Может, я и хочу, чтобы истину породил спор. Почему ты не просишь помощи? Или твои послания мне приносят вор? Потому даже если ты что-то и делаешь для своего спасения, малыш, я как не погляжу вниз, ты, обхватив колени, руками сидишь. Будто кто-то остановил самолет на лету, чтобы срочно сойти. Будто можно себе позволить передумать посередине Млечного Пути. Я не то чтобы пришел с тобой воду лить, не то чтобы навестить. Просто с тобой за пазухой мне реально стало невозможно жить. У всех: ох ты ж ё, проспал, уже 7 утра. У тебя: блин, надо спать, уже 7 утра. Ты думаешь о ней, что ее глаза крепкие, как кофе, что ее глаза для тебя, как для наркомана, морфий, что ты готов пойти за ней в царство Аида, как тот Орфей, что чем ее живот, нету страны желаний или теплей, и ты сходишь по ней с ума понемногу. Да каждый второй обращается с подобной историей ко мне, то есть к своему богу. Почему только ты улыбаешься и молчишь? Почему ты ей на ухо о любви и радости не кричишь? Почему даже сейчас, в этой жизни, в достатке, в возможности, как будто во сне, ты умудряешься испортить потепление своей весне? Не заставляй меня принудительное счастье тебе причинять. Раньше ложись и вставай, чтобы было легче на радости тебя расчленять. Иначе я тебя превращу в шапито, из которого уехало шоу. Помни, любовь — это наша работа, которую нужно выполнить хорошо. И мы, как настоящие профессионалы, беремся за дела сложности любой, даже за невыполнимые, такие как любовь к себе самому и к себе самой. Thank you.